Ну там и скажи сиди. Я один играюсь. Я сплю. Ты спишь, стой. Все, ты до сих пор стоишь. Пересушь, ты начал рисовать. Тоже. Ну не на стенах же, твою налево. И не дьявольские отруди. Сейчас такой, ты что надел? Это моя стена! Что отсюда? Я тебя сейчас отшлёпаю. Во все дыры. Get lucky. Сходки альбы разрывают мир на части. Братья должны поспешить к Бэггиту, чтобы успеть остановить роды. Ура, мы роды будем принимать. Это роды, и поэтому все так бомбит. Это, блин, впервые вижу такое проявление бомбизма у людей. Вот если у кого-то бомбит, начинается апокалипсис. Знай. Можно я выйду и с ними поговорю? Только робота уберите. Я с роботом поговорю. Вот это у нее нос двигается, когда она говорит. Это ужас. Что, ты наркоман? Неожиданно. Наверное, нельзя смеяться в такой момент, но... Наверное, надо испугаться. Черт! А ну верните! Я не знаю, что ты... Не, это что за наркоман? Мания. Окей. Еще раз. Я думаю, успею перепрыгнуть. Конечно, блин, успеет он. Попытка номер два. Я передумал. И опять у меня нет патронов. Тележка, ты куда уехала? Садись, садись в нее, садись в нее. Не туда. Что за замедление тут? Что такое вертушка? Эта вертушка преследует просто нас. Что это за ад? Посмотри туда, туда ракеты пускают. А, метро напоминает, да? О, тут оружие есть. Ой, машина. Что сделал? Я сигнализацию случайно. А как можно поменять, чтобы оно стреляло не бёрстом? Блин, ну, знаете, что не стой, нравится. Давай не трогать их, потому что их валит... Странно. Валит... Наша, ну не наша... Спокойно, ребят, не падайте. Бесславная армия. Да хватит, да хватит! Хватит падать, эй! Тут можно зайти? Нет. Опять тут... И чё ты закрыл дверь прямо передо мной? Бывал. Стой, стой, не открывай. Красава. Так, мы просто бегаем. Ой-ой-ой-ой. Чувак. Они мощнее почему-то. Тут кто-то автобус забыл. Не убивай того, не убивай того. Не достаю твой налив. Да, я хочу поменять оружие, потому что это дерьмо мне. И не... Короче. Не в кайф, а вообще. Что за баллон у тебя сверху? Блин, это ты? А ты думал. А, он уже труп? У-у-у-у. Они бомбить умеют, оказывается. Да-да. Не, кто сюда гранату кинул, скажи мне, пожалуйста. Я уничтожил за собой ее. Ага, рассказывай. Значит, это ты кинул, да? Козел. Ой, так его еще хрен собьешь. Ау. Ой. Патроны. О, давайте. Давайте мне патроны. Чувак, иди сюда быстро. Тут третий. О, молодец, спасибо. Третий ублюдка выскочили. А можно с ноги открыть это? Стоп, стоп, ты нас закрыл. Нет. Ну, ты всегда. Это похоже на... Типа... Блин, почему это называется? Герметизация, как-то так. Раз герметизация, скорее всего. А, можно поменять, да? О, ну. Пау! Пау! Встретись с Чин 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 Сунь Вон. Я знаю, ее не так зовут, но
Будут так звать. Я сказал. Да. И не поспорю. Все. Что-то все ломается. Что-то все ломается. Это Альма рожает. Плохой день, плохой день. Очень плохой день. У Альмы. Прикинь, это какая у нее, наверное, там боль, что она такое делает. Не трогай их. Я помогаю. Кому? Эй. А, ты где? Не знаю, как тебе сказать, но за тебя там до хера, чуваку. Не знаю, как тебе сказать, но у меня есть оружие. Им насрать. Ой, это ж эти хачи. Ой, не хачи, ну блин, простите. Да насрать. Нас никто не смотрит. Так. Этот парень стоит такой в недоумении. Ты убил моих друзей? Ну ладно. Ну да, и меня заодно. Убей. Бегу, бегу. Обнимашки! Да не со мной же, блин! Как взорваться? Как взорваться? А, волшебные вот кого как? Скажи. Вот тогда сможешь взорваться. Ты взорвал моего взрывателя. Прям пердачево дробовиком пронзил. Он похож. Они похожи. Я понял, на кого они похожи. На из. Да, сейчас ты меня наркоманом назовешь, но они похожи на из этих. Из Splinter Cell Кобин. Наркоман? Да, и волосы такие же. Хватит! А это ты! Куда нам идти? А, вот. Наверняка. Дверь открылась. Конечно, куда же нам еще идти? Наверное, туда, где дверь открылась. Можно с ноги открыть? Да. Открывай. Ты, кажется, меня ударил. Я выйду. Нет, я не выйду. Хватит бить меня. Окей. Падла. Фер. Аги. Ликвидировать агента Фера. Я опять срал свое тело. Как это двусмысленно звучит? Ох, сейчас бомбанет знатно. О-о-о. Нет. Они похожи на этих, на титанов из Titanfall. Как открыть? Что открыть? Ну блин. А, ну. Конечно же, он знает пароль. Не, я просто подошел и оно не нажимало с первого раза. Ой, тут месиво какое-то. Там снайпер мой. Не да только. Хрен. Ты знаешь, что я к снайперкам. Да я ж не спорю. Отношусь. Я имею в виду, что меня отсюда будут лучше их убивать. Нет, мне. Ты можешь в ближний бой суваться, а я... Мне нет смысла. Меня сейчас... Убьют! Да иди ты в жопу, ты сдохнешь когда-нибудь или нет? Да никого нет. Красава. Нормально, втащил. Снайперка. Ладно, не буду больше так говорить. Ну это получше, чем ты тогда да, говорил. Наркоманский, да? Твою мать. Куда иди? Ты где? Что там забыл? 30. Ну конечно же, мы будем сейчас ждать, пока все закомплитится. Все, сидим, ждем. Мой правый. Ага. Да скотина, иди нахрен. Иди вот в жопу. Вот ты лох, корявый. Блин, все, я всрал. Ой, че нас током фигачит? Что настолько он так хреначил? Ох, там пукан у кого-то бомбанул так. Аж сюда дошло. Да я его. Чувак, он... Вау, не взрывайся во мне. Да. Ой, чувак, срочно помощь нужна. Бум! Fuck yeah, fucking shit. На. Это я. Наверху. Патроны.
Я охрененно так появился. Я лунтик, я появился. Ну, он там, я знаю, родился, но это... Кукуют! Да что это? Так кашу! Никогда не надоест это говорить, блин. Да, ё-мо, я не могу ножом попасть, что за бред? Раньше попадал, вообще не попадаю. Бу, фак, е. Фак. Блин. Так ты его убил? Да. Чем? Откуда у тебя мачете? Нашел, вот, смотри, торчит. О, там закончилось, походу, откроется сейчас это. Там блин, снайпер, такой нет? Косой, слушай. Да я тебе давно говорил. Не именно с этим. С ноги, блин, с ноги нельзя. Ты лишь бы с ноги. Да. Ты меня слушаешь вообще? А чё, чё, чё? Чё-то нас в тупик загнали. А, нет. Лол. Ага. Давай. Ух ты, блин! Нет, я тело всрал. Опять она рожает и орёт. Ох, ё-моё! Земля рожает, блин, прям. Поэтому ты сел? Да! Можно прыгнуть? Тут альма вообще, блин, такая. А чё нам больше не дают? Тут нам всегда 1000, чё. Я таки знал, что уже сюда будет прыгать. Я уверен. Блин. Нет, не надо было. Наверное, не надо было туда прыгать. Не, ну я думал на машину и там дальше. Я опять встрал тело. Вперед. А что? Ты, блин! Кто это тут такой вообще? Это Ди? Добрый дух. Открой. Открой. Сейчас ука нам откроет нам дверь. А нет. Ой. Тихо. Спокойно. Я парень. Думаю, туда не надо. Не прыгай туда, я уже прыгнул. Это я прыгнул тогда. Ты сюда прыгнул? Ну да. А я вот сюда прыгнул. А куда тогда надо? Охренеть, пошли обратно. Красав. Тупик. Можешь открыть? Я думаю, нужно на машину. Не уверен. Мы сейчас опять сольемся, тихо. Что ты там делаешь? Ну давай, иди сюда. Нормально. Тихо, валим. Фух. Да, надо на автобус. А потом... Ты... Нее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 
На автобусе. Знаешь, он скользкий. Давай за мной иди, а не хренью маясь. Вот. Вот это у нее крики. Кого она там рожает? Мне аж самому интересно, вот сюжетная линия, кого она там рожает. Блин, ничего так больше, я думал, я упал. Блин. Я не напрыгнул, кто там бампер сделал? Объясните мне, пожалуйста. Разработчики, вы что? Специально, чтобы мы по несколько раз проходили? Да, ты чё меня... Чё, подожди, чё, садись, нож торчит. Стой, забей. Смотри. Нет, вытащи его. Ты ещё один засунул. И в ноге теперь. Я всрал тело. Фух. Надо не делай так. Надо было реально в это... Вправо просто. Чёрт, я забыл. Да нет, тут... Смотри, не подскользнись, а. Смотри, тут надо вон туда потом. А я хотел наверх. Я встретил здесь этого чувака. Тихо. Чувак, я так эпично выпрыгнул, а ты слился. Это просто, блин. Хватит. Надо обойти. Прикол в том, что тут не угадаешь, с какой стороны. А ты где? Я воду пью.
Зачем? Потому что горло. Какое горло? А. Я болею, блин. Рассказывай. Рассказывай. Все, теперь точно тебе в жопе торчит. Стой. Ну его ладно. Ну его ладно. Стой, подожди. Смотри. Ты куда его засунул? Блин, я его выкинул, походу. Выйди. Извини. Так, блин, опять забыл. Так, давай посмотрим, может какую-нибудь дадут там, я не знаю, ачивочку за то, что мы нос суем. Привет. Туда, куда не надо. Оу, аллилуйя. Блин, ублюдок. Ух, допрыгнул хоть. Чёрт. Идите его в жопу. Чёрт. За автобусом идем. Блин, так ты до усрачки недалеко. Причем не из-за того, что смотри. Страшно, а из-за того, что пукан бомбит. Нормально. Ты, знаешь, это кураж бомбит. Пукан. Пукан бомбит. Слушай, ну так странно ломается, как будто не ломается, не знаю, взлетает. Тихо, смотри. И чё дальше? Красавцы, а как дальше там? А, вот смотри. Блин. Чё ты где? Жаль. Я думал, я тебя потерял, да? Ой, нога. Заберем ее. Да, давай. Еще одна нога. А где рука? Да, собери человека, игра. Да. Ой. Нет, только не Ди. Он сейчас опять появится. А может будем назвать Би? Не, Ди. Чё так горит все? Твой... Вот, Ди, блин, Ди! Быстро наверх, еще бегать нельзя, вот это вот. Интересно. Дебильный вкус. Аллилуйя. Отвали, не е... Привет. Фу, блин, чувак! Я ж вставил у него нож. Меня вот отпустил? Стил? Нет, меня отпустило. Это он тебя насиловал, я уверен. Давай попьем, давай отрегенимся, попьем чего-нибудь. А он тебя опять ест. Ты че он тебя трогает? Отвали от меня, отвали. Слушай, а это мы что делаем, что он типа отвалил или нет, я не знаю. Нет, я в него стреляю, пытаюсь, но. А теперь он меня трогает. Я ничего не могу. Всех поцеловать решил, я не понял. Я ничего не могу сделать, блин. Он тебя вырезал все лицо и выкинул. Это похож на этот. На Криса Уокера из Outlast, который все время тебя выкидывает куда-то, блин. О, привет! Как дела? Здорово, подруг. Что-то некрасиво. О, это я слоумо включил. Блин. Привет. Ой, она. А я думал, она не пропадет. Она пропала. Ну, смотри, третья часть не такая страшная, как вторая там. Ну, кажется, вообще. Мы не знаем, куда идти. О! Вот это будет весело. Поехали. Ой, опять синий хрен. Скорее, да? Че это, блин? Да ох ты, ё-моё! Он телепорты раскинул. Куда он идёт? Его надо найти. Нашел. Давай, кто сильнее, давай, ну шо? Ща я еще подойду. Ты там его идешь? Не знаю, но мы долго бьемся. Ну чё, кто сильнее? Кажется, я. Убери свою сторону. Я тебе тоже помогаю. Он чё, бомбанул? А у меня все норм. Он взорвался и меня убил. Эй, иди сюда, падла. Ты, блин, иди сюда. Секундочку. Бум. Я хочу взять его оружие. Это я хотел взять его оружие, потому что у меня нет патронов. По-моему, у парня просто с двух сторон. А, его оружие тут вон по всей карте валяется. Где ты? Глядываю оттуда. Сейчас будет эпично. А, нас расстреливай, чувак! Да соснут они. Что это за робот был? Там робот! Давай током вали его. Валю. По-моему, он за стол убежал. Нет, я за стол убежал.
Ему не нравится, да? Он меня дауном назвал, совсем охренеть. Кажется, я нормально. Понял. С этой стороны. О, тут баллоны. Тебе. О, тю-тю-тю-тю-тю. Сейчас закончится. Лови, дружище. Сейчас я закончу, блин. Он заклинил. Лови еще. И еще. И еще. Сейчас меня убьют, да. Но он уже, он пукан у него подгорает. Ты роботом занимайся, да? Да. Кажется, ты мяч подгорит тоже. Блин, о, не успел. А, черт. Черт, ты новобранец. Кто? Это новобранец у нас стоит. И что? Блин, нас робот новобранца завалил? Да. Значит, берем пушки, не отходим от этой стороны, давай. Потому что тут эти пушки. Посмотри, это просто сжигает людей. Ой, смотри, кто прибыл к нам. Стой, нужно его этим. Вот этим. Чтоб вот он, все, он заклинил, вали его. Валю. Ай. Блин, не туда кинул маленько. Ты куда залез? Ушел отсюда. Мало боеприпасов. Что это обозначает? Это значит мало боеприпасов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не говори. Ой-ой-ой-ой, вставай, вставай. Странный баллон. Fuck yeah! Fucking shit! Fuck yeah! Нормально. Как дитя. Отлично, поехали. Поехали! Погнали вперед. Ты не пройдешь, сука. Ты что думал? Ты что думал, что вообще? О, еще. Пара-па-па-па. Я целеблю. Блин. Как тут все ломается. Блин, как тут все не пропускает нас. Пару трупов. Так вот это что, что можно, да, высосать его душу. Смотри. Слушай, одна дверь была открыта, я не... Ну, блин, мне... Да, там была дверь открыта, но... Она опять... Не-не-не-не. А ты что, в башне этой рожаешь, что ли? Да. Я себя взорвал. А что это, кто стреляет? Вертушка падает. Кто стреляет? Ниоткуда. А, ниоткуда-то. А, что по нам, по нам? Что это? Я словлю. Лови, говно! Не, не хочу, я ушел. На благо людям. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, вы чё? Ну, добрые. Чё у нас тут? Молодец. Это я, блин! Ты? Как это ты? Да, это ты. Опа! Блин, не вовремя. Поджарил тебе пукан. Что ты делаешь? Режу его. Кого? Ух ты, это кто такие? Насрать. Что-то им не нравится эта штука. Иди нахрен. Ух ты, я ему пырнул. Я хочу взять эту штуку, где? Щит хочешь? Ой, ё-моё. Да, знаешь? И лупит он реально как в коде. Хотел сказать, как в контри, блин. Что, щит взял? Да. Ну давай, походим. Пойдем. Давайте. Ай. Типа. О, еще один. А понятно, против чего. Все, нету. А не есть. Просто стою, блин, в рукопашку эту штуку вали. Все, зашли, называется. Дальше, дальше. С двух сторон так спускаемся.
По-моему, мы прям в этой. Кажется, мяч сломался. Падает. Мы под ней, скорее всего. А, да ладно. Гениально, да? Я думал, мы, блин, на верхушке. Что это? Мы попали прямо в ад? А, нет. Ну, да, да ладно, а то я думаю. Ты можешь ходить? Я, да, с детства. И как оно? Офигенно, советую. Я не хочу. А дайте мне моего человека. Какого человека? Ну, говно. А вот человек. Я не буду его валить, давай. А, у меня сейчас не растнулся. Подождешь? Пошли. Завернись за щитом, блин. Секунду. Чего это? Ты, блин... А где мы оказались? Эгоист! Кто? Ты! Почему? Я там забирал информацию, а ты мне взял ТП. Я не шел. А. Это нас ТП-шло. Поговори мне тут. Да иди ты в жопу. О, я сам это? Офигел, что нас это... Ой, чувак, сори, я не помог. Такой звук, будто нас сейчас... Все падает, все падает, все ломается, куда идти? Что Ай. Ломается? Башня ж не падает. Что звук? Почему так все... Звуки какие-то а странные. Что нас убили? Тебе не кажется звуки странные? Да, так а что-то будто их приглушили и в трубе. Ага. Ну пошли поговорим с ребятками. Он сейчас умрёт, смотри. Опа, оп. Ты тоже. Кстати. А, их убить нельзя, потому что они за это... Блин, бедный парень. Да ё-моё! Ты опять не туда идешь, чувак! Ты в прошлый раз сдох, так что иди в жопу. Нет, в прошлый раз не я сдох. В прошлый раз ты. Сюда иди, вот сюда нужно идти, смотри. Ты опять ты не туда пошел, ё-моё. Стой там на месте, я сам разберусь. Ну ладно. Иди. Да, стой, по центру стоим, все. Насрать. Не трогайте его. Блин, клинок прям в спину, это... Такие звуки, будто нас реально накачали наркотой. Ты где, мой друг? Вот ты. Ловите. Ему куда стреляю? Ой, ё-моё, больно все, хреново. Блин, гранат еще. Так давят на подсознание, что ли. Ты хрен ли меня забил, скотина ты? Рысую. Так давят на мозг вот эти звуки, ей просто не нравятся. Бля, реально, это раздражает немного. О, снайперка, чувак. А, слушай, не очень снайперка? Какие-то крутые. Ага. Дави, говно. Ой, я не попал. Впервые, блин, в жизни. Там. Поехали. Эй, вернись, у меня черно-белый все. Да походу этот Ди здесь где-то. Нет, я в лифт не хочу. Он работает? Нет. Ну зачем мы за него зашли? Я не знаю. Ждем. Кто на кнопку нажмет? Говно. Это ты слома включил? Нет. Тут походу. По-моему, лучше присесть. Кажется, в другую сторону надо идти. Кажется, Альма. Кажется, ей не нравится то, что мы пришли, да? Ух ты, блин, вот ничего страшного. Верните мурашки... моего человека, у меня там еще было много. А мурашки покушай тут, блин. Я его помол, блин. Нам нужно по красной линии идти, чувак. Это опять же... Идем обратно, она закончилась. Парень, я нашел улицу. Ты улицу нашел? Серьезно что? А я бы нашел патрончики. И 1000 нам. Опять эти звуки хлыста. А это не я включил. Кого? А вот это я включил. Когда левел качер. Слоумо, да? Да. Так блин, а хрен ли ты 2 уже прокачал, а я еще не могу. Лол. Вот тебе по роже за это. Ублюдок. Так, нас тут... Сюда. Нам тыкают оружие до хрена, а куда идти? Сюда! О, блин, опять черно-белый. Ну ты открываешь дверь тупо, честно говоря. Да что ты? Ч
Че у нас сортир, сортир. Чувак. В сортире, наверное, был. Блин, зачем мы помешали ему? Ой, смотри, а че их так плющит? Ну, поможем, конечно же. В лаву. Подожди секунду. На, на. Опа, па 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 па. А кто тут меня стреляет? У тебя проблем своих мало, что ли? Еще нас хочешь путать? Она-то... А тут сразу двое. Блин, ребят, вы как бабы. Да, может, они там заняты были тем самым. Я их отвлек. Какой ты плохой. Да пошли они в жопу, педики. Я их хотел убить. Тихо. Сюда. О, нет, туда не надо. Не-не-не, туда нельзя. А куда туда? Сюда. Да. Ё-моё. А тут, походу, перевозили нелегалов. Они тут повешали? А, вот это вспышка, блин. Сейчас открою, подожди. Это ты такой звук издал? Нет, вон она. Стойте, стойте. Я за ней идем. Не, не идем. Идем. Не, 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 не идем. Не хочу. Кто это, блин? Я могу поднять, бьем. Я могу не усилиться, не могу его не усилиться. Я ему что-то сломал. Он меня ногой ударил, блин. Мне тоже. Думаете, надо бочки брать и валить его? Думаете, надо рест? Как это вариант? Хорошая идея. Замечательная просто. Не насилуй меня своей ногой. Не насилуй его своей ногой. Куда он свалил? Никуда. Сколько? Он меня лупит. Разорался тут. Ну давай побегаем. Охренеть. Побегал. Опять свалил. Забыстрый. То есть он тут. Ну конечно же, он там, где я. Свали, пожалуйста, еще раз. Он сейчас бомбанет. Пукан сейчас бомбанет. Мы потеряли. Опять я тело потерял. Эти и так нормально. Сейчас еще кого-то нужно перебить, чтобы свалить отсюда. Да не думаю, это был их командир. Вот он. Тогда я вот этими ребятами займусь. Бом. Кто? Кто-то еще тут ходит? Опять такой же след. Черт! Еще один! Но он уже, наверное, не такой сильный был, что был их командир. Кажись, их тут двое, не? Нет, это я. Может, это... А, они усилили тем, что тут он и еще чуваки ходят. Первая волна, короче, у нас была успешной. Короче, арена. Взрывайся нахрен, ублюдок. Ой, еще всем стреляю. Ты, я не знаю. Это говорит о нашей, я не знаю, опытности, по нашему опыту, потому что мы можем валить людей. Где он, я не вижу. Вот тут! Вали в стенку, пожалуйста. Вот, спасибо, дружище. Ты здесь выйдешь, да? Нет, он здесь вышел. Да? Да. Черт, я срал свое тело. Жище, куда ты ушел? Я в тебя гранату кинул, он уходит. Мне пригорело, я не могу его забрать. А у меня патроны закончились. Ох. Знатно обманула и бочка, и граната. Так, главное, чтобы он не вышел и не... Вон он! На, сзади! Я в него мог вселиться, прикинь? Ну. И чё ты не вселился? Я не знаю, мы его убили. Новый тип оружия. Вон. Зачем оно стреляет, это чудо? Слышь? Оно чё, взрывными какими-то? Не, не могу почему-то. Ты написал, что можете его отвалить. О, их двое. Чудо какое, а? It's a miracle. Этих уродов двое теперь. Идите нах. А второй возле меня прям рестл. Что это за арена? Где хоррор, блин?
че, сразу двоих подбиваешь? Не. Ой, патроны кончились. Игу. Блин, мне же надо его поднимать и бить. Так. О, 100 патронов. Это чудесного оружия. Тебе еще какая-то хрень сзади валит. Все, я завладел им. Офигеть. Ну иди раздавай. Ну же, когда у него... Я тут пройти не могу. А как пройти сквозь стенку? А, что, большой очень, да? А она говорит, что типа эта хрень отключена. Я не могу типа пройти сквозь стенку. Взорвется сейчас. Ай. Знатно так бомбануло. Да иди. Где, где ты? Где ты, китаянка? Китайцам и место в контейнере. А, вот она. Ты... она в контейнере была? Она была все это время. Ах ты сраный. Ой. Ой, у нее жопе торчат эти хрени, смотри. Какие? Не важно. Она кажется. Кажись, уже... башня да. рухнула, а там была Альма. Походу она закончила. Такой звук. Ой-ой-ой! Спасибо, охренеть. Как ты так сделал? Эпично было. Ага. А как она спаслась, я не понял. Читер. Почему она меня не видит, а остальные видят? Нечестно. Кто остальные? А, да, реально. Может, у них какие-то нано-локаторы такие, типа. Хрень. Как она нас ведет, блин? Я раза в два больше, чем она, а она... Она медик, значит... она все может. Да, у нее там бицуха такая. Она... поднять может на нее. И че ты ждешь? Тебя не время. Постояла, посмотрела так, типа... Ну, с богом. Тестируем. А где я? Я же сдох опять? Да, ты сдох. Вы получили доступ к фетелю в этом задании. Ну, то есть, если перепроходить, то я могу за тебя играть. Я любимчик.